все эти годы, все эти кругообороты, все это страдание. И ведь замысел творения настолько совершенен. Зачем нужны были все эти тысячи лет страданий? Ведь самое главное происходит именно сейчас. Зачем было все предшествующее? Желание получать должно пройти все эти этапы, находясь на каждом из них и определяя на каждом из этих этапов, даже пускай наималейшим, что нынешнего состояния нехорошо. Мне нужно идти дальше. И таким образом продвинуться еще на 1 грамм в своем желании получать и в миллиметровые ступени подняться на качество, новое качество желания. Вот поднялся немножко, ах, мне хорошо. Через несколько мгновений, нет, чего-то еще не достает. Раскрывает зло. Раскрывает его до меры, когда не способен больше оставаться в нем. Вначале, когда он заходит на эту ступень, как прекрасно. А сейчас уже не может терпеть в конце этой ступени. И приподнимается на следующую ступень. И так множество и множество ступеней. И без того, чтобы на каждой из такой ступеней мы бы не сказали, как прекрасно, как замечательно, вот к этому я стремился в начале, при подъеме на эту ступень. И в конце этой ступени я должен сказать, лучше смерть, чем такая жизнь, я обязан подняться дальше. Если я не определяю эти ощущения, у меня не будет определений тьмы и света, и не будет кли, которое было бы составлено из двух этих противоположностей. И в результате мне не с чем будет получить свет бесконечности.